Здравствуй, Стас. Добрый день. Очень рада Добрый видеть. День. Присаживайся. Спасибо. Наконец у нас прямое интервью. Раньше ты участвовал в ток-шоу, и были еще другие участники. Теперь да, будет возможность поговорить. В том числе и о тебе, если не возражаешь. Давайте поговорим. Чем сейчас занимаешься? Потому что вот никогда, в принципе, не поверю, что только городскими проблемами. Чем живешь? Ну, я живу, ну, кроме города, конечно, много всего. Я живу, я могу сказать, от выборов до выборов. Потому что вот последние, сколько уже, вот я 5 лет в команде социалистов. И мы провели уже сколько, 4 или 5 выборных кампаний. Mm-hmm. Парламентские выборы, местные выборы, выборы Башкана. Местные выборы примара Кишинева, и вот последние выборы президентские. Они настолько по напряжению... Спасибо большое. Они настолько нелегкие, что такое впечатление, что межвыборный период дел намного меньше. Но, тем не менее, много мелочей, которые... Много каких-то вещей, которые в совокупности как бы забирают все время, начиная от городских проблем, заканчивая какими-то медийными историями. Много чего, много чего. Ну, я ведь неспроста так вот издалека подошла, потому что мне интересно, конечно, то, что ты как член партии социалистов, на мой взгляд, вместе со своими товарищами занимаетесь тем, что отстаиваете выборы, которые состоялись, результаты выборов. Вот это звучит, наверное, несколько парадоксально, но мы живем в Республике Молдова, и у нас такая реальность, какая есть. Само это занятие отстаивания результатов выборов, оно ведь проходит тоже не совсем гладко, да? Как мы видим, вот много чего происходит. Давай вот перво-наперво поясни мне, вы ожидали, что так может быть? Или для вас это холодным душем оказалось? Нет, конечно, мы понимали, что выборы будут тяжелыми, что маржа может быть не очень большая, потому что мы видели, какая была мобилизация перед вторым туром у Майи Санду. Мы реалисты, там, в отличие от людей, которые... которые не так информированы, как мы, внутри штаба, мы понимали, что происходит. Я могу условно поделить, наверное, людей, которые вот сейчас, то есть сейчас, помимо того, что мы ждем все вердикты Конституционного суда. Меня поправили один раз, это называется не вердикт. Сказали, это просто валидация выборов. Валидация, или вы не суд решения. По сути дела, как бы у них никакого другого, по идее, нету решения, кроме как валидировать, потому что нету никаких оснований. Так вот, кроме вот самого решения суда, есть достаточно большое количество людей, которые и в социальных сетях, и, наверное, и в средствах массовой информации пытаются представить, что победа была нечистая, победа была неправильно, и вплоть до того, что там, победа – это не победа, это все фальсификация. Я, условно говоря, могу поделить этих людей на несколько категорий, начиная от Facebook-оппозиционеров, людей, которые из различных маленьких партий, и людей, условно говоря, политических трупов, которым, наверное, по-человечески завидно, что их бывший соратник, да, добился таких успехов. Да? Я говорю про Игоря Дадона и про людей, которые, может быть, там, были с ним когда-то в партии коммунистов. Есть определенная категория людей, которые считают, что они думают, что буквально на следующий день после выборов Дадон должен, как супермен, здесь всех порубить шашкой и стать национальным героем и лидером. Хотя все прекрасно понимают, что то, что строилось 8 лет последние, оно настолько вклинилось в систему, настолько система стала прочной, что расхлебывать это
и разбирать эти все завалы за один день не делается. И мы должны понимать... Для начала надо хотя бы вступить в должность официально. Вот. А люди уже хотят, чтобы сейчас рубил шашка. Это и вопросы с генпрокурором, да, которые, я думаю, мы еще обсудим. Да, мы непременно обсудим. Вот, поэтому вот такая категория. Есть, конечно, категория людей, это сторонники контркандидата Майя Санду. Там тоже есть люди разные. Есть люди более адекватные, есть, я их называю условно сектанты, которым... Да, которые никакие аргументы рациональные, сколько ни приводи, им все равно. Вот. И их можно, с одной стороны, понять, потому что да, они жалеют то, что их кандидат проиграл. Ну вот, к примеру, но есть люди, действительно, очень адекватные, уважаемые люди. К примеру, наш коллега в муниципальном совете, Ион Штефаница, с которым мы, как и со многими другими советниками, работали по интересным проектам. Он сейчас пару раз вот он так выражался и в кулуарных беседах, что он обижен на то, что вот он считает, что вот все было неправильно. Хотя мы ему приводим аргументы. Вот. Ну, смотри как. Ваши сторонники, они на сегодняшний день говорят так. Власть пытается просто-напросто взять сейчас вас в тиски и отсюда придумывает различные законопроекты, которые потом становятся законами. И я сейчас говорю здесь и о центре НАТО, и о пенсионной реформе, но на мой взгляд, самый такой ощутимый вот удар ожиданиям вашим должно было все-таки нанести назначение генпрокурора. Угу. Это все-таки очень важная фигура. Ты согласен с этим? Абсолютно. Что именно этот вопрос? Абсолютно верно. Ну вот давайте так. Вот сейчас многие говорят, что вот власть обошла вот конституция, измененная в парламенте, это было такое неправильное решение. Да, зачем социалисты голосовали? Они прямо вас обвиняют в этом. Да, но никто при этом не ставит простой вопрос. Если бы в Конституции не изменили в парламенте, то прокурор назначался по парламентским большинством. Что, у кого-то есть сомнения, что сегодня был бы уже тот же самый результат, который со свистом проголосовали по 56 человек? Ну, мы все прекрасно понимаем. В противном случае, как это произошло при Конституции, измененной Конституции, у нас, по крайней мере, был шанс того, что Конституционный суд примет решение вовремя, быстро. Но что вам писало Конституционному суду? Все те же пресловутые иски от Санду, Настасии и представителей диаспоры, конечно, которые срежиссированы все как бы вот с этого, как минимум, с правого фланга. Я не берусь сейчас утверждать, что это сделано было по какой-то согласованной позиции там, с Плохотнюком, с властью, но учитывая то, что большинство тех решений, которые сейчас Тимофти будет промульгировать, пока еще тянется все это время, оно в том числе лежит в конве и договора с МВФ, и да, про западных каких-то инициатив, то я не исключаю, что это все была такая тактическая комбинация, может быть, даже скоординирована где-то там с западными структурами, чтобы, да, мы проиграли выборы, но тем не менее, перед тем, как в должность вступит президент, который может отстаивать позицию, который не будет слепо все продвигать, давайте сделаем, что мы можем в рамках закона, давайте сделаем это, потянем, в это время парламентское большинство быстро примет то, что нужно, и как можно больше примем до того момента, когда все, когда начнется уже как бы реальное, ну, одни говорят противостояние, но с другой стороны, реальная политика, то есть, когда президент уже начнет показывать, что он президент, потому что сейчас, к сожалению... Ну, знаешь, в этом есть, возможно, один положительный момент, это говорит о том, что относится серьезно к тому, что к власти, да, придет, конечно, человек из оппозиции, и они как-то так, наверное, конечно, все-таки переживают, как он себя поведет. И это, кстати, еще раз подтверждает тезис о том, что, наоборот, опровергает тезис некоторых противников Дадона, которые говорят, что он якобы человек Плохотнюка. Если бы он был человеком Плохотнюка или были бы какие-то договоренности, то Плохотнюк бы не переживал бы по поводу всех этих решений. И он спокойно бы знал бы тогда, что он может их принять в январе, феврале, но почему-то все идет в спешке. Я понимаю, что Тимофти по нашему законодательству пока еще не принята новая присяга, он до сих пор еще президент. Да. Но он президент по букве закона, но с моральной точки зрения, по букве закона именно нормы Конституции, но с моральной точки зрения это все равно, что вот сейчас бы Барак Обама, например, бы
избрал бы, принял бы, избрал бы, например, судью Конституционного суда. Верховного суда американского, который в Америке считается как бы одной из самых высших, потому что она назначается, пожизненно. Но вот даже, наверное, никто не может себе представить, что президент, который уже уходящий, когда уже есть новый президент, все, что он может делать, это и проехать с прощальным туром, и, собственно говоря, показать новому президенту, где что, какие кабинеты, как оно, может быть, поговорить с ним, пообсудить, посоветовать что-то. Но принимать такие решения, промульгировать такие вещи, которые влияют на жизнь государства. Вывод напрашивается, что бояться. Но, тем не менее, вот смотри, мы имеем то, что имеем. У нас есть генпрокурор, да, назначенный на 7 лет. Вот нюанс. Назначен. А будет все 7 лет? Я сейчас тебя тонко подвожу к вопросу, который волнует очень многих. Вот даже в этой ситуации. Возможно как-то это решение, я скажу так очень деликатно, изменить? Не скажу прям отменить, но, да, но вот ситуация может измениться? Что-то вы делаете для этого? Начнем с того, что я не юрист. И я не изучал досконально новый закон о прокуратуре, это первое. Второе. В любом случае, самое большое изменение и самое необходимое изменение сейчас, мне кажется, молдавскому обществу и всему политическому классу, то, чего ждут и от президента, то, чего ждет абсолютно большинство молдавского народа, как бы это показывают все опросы, и наши, и зарубежные, и так далее, это смена власти, парламентские выборы, желательно досрочные парламентские выборы. Это первое. Второе. Уверен, что когда сменится власть, она рано или поздно сменится. То есть либо в 2017 году, либо в 2018 году. Потому что те деньги, которые МВФ выделяет, это всего лишь небольшая капля в том, что в том море, в той дыре бюджетной, которая есть. И вполне возможно, что в 2017 году этой власти все равно не будет хватать денег. А учитывая, что повышение тарифов, пенсионный возраст, то я не случайно, я об этом уже говорил на программах, я не случайно, что протестная волна может возобновиться с следующего года. И тут уже, наверное, не важно, оно важно, но тут никто не может прогнозировать, кто с кем будет протестовать, но тем не менее, в любом случае, протестная волна может возобновиться. Поэтому, вне зависимости, это будут досрочные или срочные выборы, обычные выборы, после смены власти, я уверен, что этот вопрос нужно будет, и он будет пересмотрен. Вполне возможно, что это будет и ранее, потому что Дадон сказал, что, в принципе, легитимность у этого прокурора, как и у этой власти, минимальна, потому что не может Тимофтий промулировать, как президент, который уже формально является, но неформально не является. Если я правильно понимаю, что этот прокурор будет идти в связке с этой властью, и любая серьезная неудача этой власти непременно обернется и для него неприятными последствиями. Это абсолютно верно. То есть такой вариант. Да, но, к сожалению, мы понимаем, что неприятности для прокурора, окей. Мы помним в 2012 году, помните, царская охота? Да, конечно. Неприятности для прокурора, и что? Он ушел. Пришел другой. То есть, все-таки мне кажется, что ты сейчас немножко лукавишь, потому что если этот уйдет, тогда уже другого прокурора будет промульгировать или не, не промульгировать уже президент Дадон. В этом отношении его будут держать до конца. Да. Его будут держать до конца. Вопрос только, когда будет конец. Хотелось бы, чтобы этот конец для этой власти наступил как можно быстрее. И я думаю, что задача всех, и Дадона, и оппозиции, и партий оппозиционных, которые есть, еще остались. То есть непонятно, что будет с правой оппозицией. Вот ты заговорила о правой оппозиции, а я скажу так тебе. Такие ожидания, какие есть от вас сейчас, по-моему, нет ни в отношении кого. Потому что, смотри, вот все вот эти какие-то, не знаю, неудачи, вот все будут непосредственно оппозиция правая, и не только правая, они будут непременно пенять вам и говорить, вот они же обещали, что вот будет президент, и они распустят парламент. То есть я это к чему говорю, что вот именно этот момент в повестке дня оппозиции, он останется главным. Конечно. И вам необходимо будет, судя по всему, все-таки даже возглавлять оппозиционное движение. Не просто так, а именно возглавлять. Я думаю, так и будет. И
Дадон, в принципе, расписал четкий и простой механизм того, что если будет постоянное торпедирование всех инициатив, в том числе и по поводу досрочных парламентских выборов, он исключает, что весной сядет в машину и поедет по районам. Довольно-таки быстро, я уверен, учитывая поддержку сейчас, да, соберет эти несколько сотен тысяч подписей, необходимые для референдума. И мы пойдем на референдум по одному из двух вопросов. Либо досрочные выборы сразу, либо расширение полномочий президента, которые дадут возможность сделать раз, два, три, четыре, какие-то вещи менять. Ну да, это как бы простой, понятный механизм. Он непростой. Я тебя сразу разочарую, потому что даже если эти подписи будут собраны, ты знаешь, дальше процедура, которая может последовать. Согласен. Да, она тоже сама по себе. У нас вот опыт подсказывает, что это сложно. Согласен. Но тут вопрос опять-таки, что в любом случае это все может закончиться опять большой волной протеста. Да, вот это. Потому что, с одной стороны, это 840 тысяч человек, которые голосовали за человека, за президента. Потом будет несколько сотен тысяч, которые отдали голоса за подписи за референдум, которые видят, что их президенту, которого они избрали, его не ставят ни во что. А это значит, людей не ставят ни во что. Потому что мы должны понимать, что сейчас должность президента всенародно избранного, какой бы он ни был, да, левый, правый, кому-то нравится, кому-то не нравится, но Игорь Дадон сегодня представляет огромное количество людей. Огромное количество людей. Даже несмотря на то, что некоторые из 800 тысяч, может быть, там, 50-100 тысяч голосовали как против власти, но не за Дадон, но хотя бы против власти, против Санду. Тогда, но тем не менее, это люди, которые недовольны этой властью. Мы имеем несколько сотен тысяч, которые подписывались еще с платформой «Да», с их референдумом. Возможно, эти несколько сотен тысяч не поддержали Дадона, но они поддерживают референдум по как бы сносу парламента, да, по досрочным выборам. Это опять то объединение усилий, аккумулятивно, разная оппозиция. Да. Вот эти все подписи и это все недовольство, для которого будет создан механизм, как это недовольство выплеснуть демократическим законным путем. Не просто прийти и поднять людей на вилы и вступить в противостояние военное, которое может привести к кровопролитию, к гражданской войне. А вот если предоставить такой механизм, и я уверен, что президент предоставит такой механизм, потому что по-другому никак нельзя будет. Просто так сидеть и смотреть, как в парламенте тебе представляешь инициативу, а на тебя плюют, и люди это будут видеть, так невозможно будет продолжаться. И мы все понимаем, что Дадон это не Тимофти, совсем не Тимофти. Означают ли эти твои слова то, что Дадон уже приглашал после выборов представителей оппозиции, правой оппозиции, сейчас имею в виду, и они на это предложение не откликнулись, что все-таки этот вопрос может оставаться в вашей повестке дня? Я скажу так, что как человек, который в течение 5 лет, да, более-менее близко наблюдаю, и у меня есть возможность видеть, какой политик Дадон, да, как человек, который, какие он принимает решения, как он видит ситуацию. Это человек, который не исключает, то есть он всегда старается анализировать все возможные ситуации. Как шахматист, как федерации шахмат. Варианты да. Понятно, что последние заявления Настасии, они сужают возможность, потому что он радикализируется. Он уже начинает свою предвыборную кампанию на парламентские выборы. И он считает, что сейчас любое, даже теоретическое сближение с Дадоном, это опять-таки ты потеряешь, он думает, что он потеряет электорат. Но если начнется протестная война, я не вижу, как Настасья к ней не присоединится. Ну, не вижу. Потому что тогда в таком случае он еще больше потеряет на парламентских выборах, как главная антисистемная партия. То есть я сейчас немножко говорю полуполитически, полуполитехнологически. То есть в любом случае рано или поздно... Главное, что ты говоришь понятно. Ну, я стараюсь говорить простым языком, так как есть, без никаких приукрашиваний и без никакого шапкозакидательства. Это был комплимент. Спасибо большое. Шапкозакидательство. Я стараюсь простым языком, чтобы люди понимали ситуацию. Тогда ответь просто простым языком на мой следующий вопрос. Вот эти вот все... проблемы, которые после выборов неожиданно, все-таки я считаю, что неожиданно они обрушились, они, наверное, все-таки как-то повлияли на саму обстановку вот в партии. Расскажи, какая сегодня обстановка в партии социалистов? Обстановка, как бы,
понятно, что эйфория победы была какое-то время. Ну да. Потом, конечно, была такая небольшая пауза, коротенькая, по поводу, вот, когда люди начали узнавать, внутри партии начали узнавать, что он уходит с поста. Потому что немногие люди успели за вот предыдущее время пропитаться новостью о том, что эта власть изменила закон, и новый президент должен быть беспартийным. Но это, в принципе, быстро, как бы система информирования в партии работает хорошо, был республиканский совет, людям объяснили, как бы все более-менее поняли. Вот. И, собственно говоря, как, потому что и Дадон, и Гречан, как главные люди, да, по авторитету в партии, в принципе, объясняли и много раз повторяли, что ни на секунду нельзя расслабляться. Борьба продолжается, как бы никаких нету, чтобы никто не расслаблялся, потому что, ну, это промежуточный этап. Мы все понимаем, что в любом случае реальных изменений можно добиться только после смены власти. Поэтому, ну, в партии привыкли к выборам, определенные победы, потом опять межсезонье. Сейчас, конечно, ну, люди еще привыкают, они не очень, наверное, некоторые партийцы еще не понимают, как будет вот Дадон, он уже как бы не социалист официально, но тем не менее это как бы лидер, не просто лидер, глава государства, а это лидер еще, ну, тот, которого они привыкли воспринимать как лидера партии. Но в любом случае атмосфера нормальная, мы прекрасно понимаем, что будет тяжелее. И не потому, что новый глава партии – это человек, который, наверное, некоторые думают, что это будет менее авторитетный. Новый глава – нет, я не думаю, что сделать. Понимаешь как? Давай сначала для зрителей поясним так. Республиканский совет назначил исполнять обязанности лидера Зинаиду Гречану. Да, это не новый человек. Это да. Известный очень человек у нас в Республике Молдова. В принципе, это означает, что она и станет лидером. То есть, или это будет рассматриваться на съезде, вот, да, будут как-то думать. Потому что многие восприняли, что все-таки Зинаида Петровна так, возглавит. Давайте, я не могу сейчас сказать и, наверное, раскрыть все скобки. Хотя, да, понятно, что уж лукавить. Вероятность того, что она станет новым лидером партии социалистов, очень велика, это исходя из логики, потому что, ну... Мы знаем, Игорь Николаевич сказал, что она стала недавно членом партии. Да, она до этого она в партию не вступала, а тут человек вступает в партию, и всем понятно, что значит, необходимо было. Что может произойти за эти две недели? Может быть, какие-то еще кандидатуры будут рассмотрены? Вполне возможно, потому что, ну, опять-таки, давайте подождем до 18 числа. Ну, конечно, мы будем ждать. Есть, потому что в партии, ну, есть определенное количество людей в руководстве, которые действительно могут стать лидерами партии. Это и такие, ну, матерые партийцы, как, например, Андрей Кириллович Нигуца, Влад Батрынчик, как второй человек партии, да, и Ион Чебан есть, как идеолог партии, но он более молодое крыло, как вместе с Владом. Но понятно, что по авторитету, конечно, Зинаида Петровна и опыт, и авторитет, и опыт руководства партийными структурами как человек, то есть наиболее высокий. Поэтому, конечно, у нее шансы больше всех. По поводу, опять-таки, я заканчиваю вопрос по поводу атмосферы. Атмосфера нормальная, рабочая, ничем особо не отличающаяся от той, что была до этого. И более того, и Игорь Дадон, и Зинаида Гречан на внутренних собраниях всегда говорили, что чтобы никто никто не расслаблялся. Работа будет такой же, депутаты также будут. Вот закончились выборы, все, депутаты готовятся к еженедельным встречам с людьми, советники постоянно на связи с людьми, петиции работают в полную мощность, все должны. То есть взяли знамя. Условное знамя народной партии. Все, мы должны продолжать это вести, потому что по-другому нельзя. И тем не менее, все-таки какие-то изменения будут, потому что будет новый лидер. Ну, так, конечно, так, да. Это жизнь. Это понятно. Да. Это понятно. Вот расскажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, что это будут за изменения? Как ты сама партия изменится? Я думаю, опять-таки, надо делить эти изменения на изменения для, грубо говоря, для внутреннего пользования. Mm-hmm. Давай для внешнего. Внешнего. И для внешнего. Да. Для внутреннего будут одни изменения, более нам структурные. Для внешней, ну, надо будет понять, как партия будет... То есть понятно, что какие-то вещи, которые будут сходить от партии, обычно их транслировал лидер партии Игорь Дадон, и уже привыкли все к его лидерству. Теперь получается, что партия... Там будет один человек, да, Гречан или другой,
Зато он уже будет транслировать какие-то позиции с трибуны президента. И это будут позиции, конечно же, не партийные, они будут уже общегражданские, общенациональные. И вот, вот в этом отношении, я думаю, задача партии, с одной стороны, Игоря Дадона, как, наверное, человека, который все-таки в душе остается социалистом, и он сказал это, да, чтобы разграничивать, чтобы люди понимали, где позиция партии заканчивается, а где начинается позиция президента, и это две разные вещи. И вот здесь вот небольшая запятая. Одна из таких позиций, которая, возможно, будет чуть-чуть различаться на уровне президента и партии, это вот, вот та геополитическая позиция по поводу Евразийского союза и по поводу... Я объясню почему. Потому что партия может позволить и остаться, да, но в ее программе остается вступление или более тесная интеграция в Евразийский союз. Дадон, как президент, должен всегда... Учитывать, что есть люди, которые не разделяют его... Учитывать то, что он президент для всех, для левого и правого фланга, для всех, кто... Для проевропейских граждан и пророссийских, и проевразийских граждан. Это раз. И в этом отношении партия может быть более жесткая, более радикальная, в хорошем смысле слова. То есть не какие-то радикальные с точки зрения там деструктивно, радикально, более артикулированно. Президент всегда должен быть, ну, более дипломатичным. Хотя мы видим по... мы знаем и мы видим по вот последним там 3-4-5 интервью, как до второго тура выборов, так и после. И вообще по манере, так как дает интервью и как выражает свою позицию Игорь Дадон, то мы понимаем, что, в принципе, это одно из преимуществ и одно из, я думаю, плюсов Игоря Дадона, то, что он как, даже как президент, он будет четко высказывать свою позицию, он не будет юлить. И это хорошо. Хотя, как вот наши вот румынские братья уже говорят, что вот, надо Дадону быть более дипломатичным, ну, как бы, ну... Да, президенты не всегда высказывают, любые президенты, Стас. Да, прямо конечно, вот так вот, конечно, все в лицо, прямо и правильно делают. Да. Но я тоже еще хочу с тобой по поводу вот этой связки поговорить, Дадон и партия социалистов, потому что, что бы мы сейчас с тобой не говорили, это будет такая невидимая связь, но она будет очень прочная. Я имею в виду то, что это как близнецы-братья, знаешь, Дадон и партия. Ну, вот, ну, да, понятно. Здесь можно это применить, знаменитое. Потому что вот все удачи и неудачи Игоря Николаевича будут мгновенно отражаться на рейтинге партии социалистов. Абсолютно. Если абсолютно. Он будет выполнять свой мандат очень успешно, то, естественно, это добавляет серьезно очков и всей абсолютно. Партии, во всей предвыборной кампании. То есть вот как-то все это тонко, но я, например, вижу это так. Абсолютно. Ну и с другой стороны, да. И в любом случае то, что будет делать партия, какие-то вещи... все равно будут где-то отголоском идти на рейтинге президента. Хотя это будет намного в меньшей степени, чем наоборот. Потому что мы все-таки понимаем, что президентская трибуна и должность – это совсем другой уровень, да. уровень это возможность значимости. Принятия государственных конечно, решений, скажем конечно, прямо. Конечно. Я не могу обойти стороной все-таки городскую тематику, потому что волнуюсь уже, не знаю, наверное, нереально в связи с тем, что происходит в этом городе, потому что так плохо не было никогда. Вот смотри, партия социалистов, она демонстрирует рост, да, вот мы видим там парламентские, президентские, вот с городом как-то так до сих пор получалось, мягко говоря, не очень. Скажи, вот в связи с тем, что сейчас происходит на политической арене, да, в связи с позициями либералов, которые мы сейчас наблюдаем, повысилась вероятность того, что город наконец избавится от такого примара? Я вот прямо спрашиваю. Ну, две части вопроса по поводу того, что роста и не так, и повысилось. Значит, роста не так. Значит, роста соглашусь, могло быть и лучше. Но по поводу «не так» не очень соглашусь, потому что в тех условиях, которые мы были поставлены, мне кажется, мы вот последний год, уже почти полтора, то, что мы работаем в муниципальном совете, ну, нам, наверное, удалось добиться каких-то успехов, по крайней мере, того, что, где мы можем добиться. Это, в первую очередь, касается того, чтобы процессы примарии были более открытыми,
впервые за многие годы не только само заседание муниципального совета, но и комиссии транслируется онлайн. То есть, в принципе, максимально любой вопрос можно открыть в архиве и посмотреть, что, как, кто голосовал, какие были заседания. Это первое. Впервые за многие годы земельные вопросы, где самая большая коррупционная составляющая, не голосуются, лопакеты с сумасшедшими темпами, оно приостанавливается. Впервые за многие годы мы начали давать по рукам чиновникам Фримарии в их проектах, которые затрагивали очень огромные деньги в точке зрения коррумпированности. Это вот, к примеру, этот проект с парковками, который они хотели провести и так далее. То есть есть целый ряд, я могу еще перечислять и перечислять. А я могу, так сказать, проще, и тебе труд несколько облегчить. Вот смотри, мы же помним, что это не первый примар, с которым соперничает политическая партия. Да, конечно. Вот ты помнишь, когда Дарин Киртуака стал примаром, с ним же коммунисты сначала, да, очень сильно, но не было это не принимало такие формы, как это принимает сейчас. То есть они вроде как бы его критиковали, но дальше вот дело не шло. Ну, собственно а здесь говоря, мы потом видим, через, конечно, через какое-то время там не просто не критиковали, они голосовали, уже, да, там голосовали сумасшедшими темпами. Ну, и которые я не хотела говорить, ты сказал. Ну, да. Что есть, то есть. Которые мы разгребаем до сих пор. Прошлогоднее голосование 800 вопросов, где Ион Чиман за ухо тянул Киртуака. Многие стройки, которые вот в этом году, в 16 году мы вот боролись, и на чеканах и так далее. Это вот именно те вопросы, которые мы предупреждали, что они всплывут. Давай ко второй части вопроса. Вторая часть по поводу избавления. По поводу шансов. Возросли они или нет? Но мы видим, что либералы постепенно теряют свою привлекательность для правящей коалиции. Вот. Так, это я так в общем сказал. Я рассчитывала, что ты это скажешь. В общем, такими целыми словами. А если проще сказать, то я думаю, что в отношениях между Плохотником и Гимпу кошка уже бегает туда-сюда. Черная. То есть она не один раз не один раз уже бегает туда-сюда, и уже как-то вот все оно... Первый звоночек – это, во-первых, расследование ЧНА по поводу детского питания, которое 9 месяцев шло, что само себе плохо. А потом в необходимый момент потом в необходимый вдруг... взорвалось. Угу. Но это так оно не останется, потому что как бы в любом случае будет... Это очень огромный межевой удар по либералам. Второй звоночек – это, конечно, реформа с правительством. И каким-то чудесным образом практически все либералы лишатся своих кресел министерских. По-моему, ну, там не все, почти. Кроме господина Шалара. Кроме Шалара, да. Которые, собственно говоря, уже говорят, что он полулиберал, полунепонятно кто, якобы, что он собирает, у них там проблемы с ГИМПом. Вот, звоночки есть. Более того, по некоторой информации, которая есть у нас, вот все эти аресты, которые были в ЧНА, да, аресты в Примарии, это все прелюдия. Прелюдия к главному аресту, который по некоторым данным может до того дойти уже в следующем году. Потому что материалы есть, они готовы. Там ждут только отмашки. Я не готов открывать скобки, то, что у меня есть. И не хотелось бы, потому что все-таки это такая некоторая информация подтвержденная, некоторая со слов, поэтому я не хотел бы говорить, но мы прекрасно понимаем, что ну, любой здравомыслящий человек понимает, что если Филат, уходя в 13-й пенитенциар, там, вчера в своем последнем парламентском да, слове сказал, что есть 500 уголовных дел из 600 он тогда да, сказал. На всю примарийскую администрацию, я думаю, из которых там 5-10, до одного хватает для того, чтобы в принципе... Ну пусть 100 раз меньше, да, но все равно до одного, достаточно. Одного да. хватает, чтобы прийти к нему в кабинет и сказать, что пройдемте куда надо. Поэтому мы прекрасно понимаем, что... Даже несмотря на то, что он нигде не ставит, постарается не ставить свои подписи, он просто визирует, но все равно свою закорючку ставит. Вот. Это в отношении его возможности, что его арестуют и его привлекут к ответственности. Теперь, что касается референдума. Референдум не заглох полностью. Вопрос находится в высшей судебной палате, чтобы еще раз прояснить для телезрителей, которые думают, что с референдумом. У нас не получилось совместить референдум с президентскими выборами, к сожалению. Это сохранило бы, это бы сэкономило бы порядка 17 миллионов леев на проведение референдума. Опять-таки, Киртуака говорил, что вот мы там что-то затягиваем, мы ему сказали, вот из-за того, что ты обжаловал постоянно решение,
хотя ты не должен быть частью этого судебного процесса. Городу придется потерять еще 17 миллионов леев на отдельный референдум. Но мы, как всегда, вот для этого довода говорим, что лучше за 17 миллионов леев избавиться от Киртуака, уже раз так, да. Но сэкономить там десятки и сотни миллионов долларов, чем терпеть этот беспредел, который либеральный каракатица своим воровством делает. И, кстати, вот позавчера, когда он подписал контракт на энергоэффективность на несколько сотен миллионов долларов, мы опять-таки, никто не видел ни этого контракта, мы не понимаем, какие дома будут и по каким критериям выбираться, мы не понимаем, почему и каким образом будет этот кредит возвращаться, да, за счет каких денег, и почему, поскольку бюджет муниципальный принимает муниципальный совет, с муниципальным советом никто даже не посоветовался с советниками, как вообще мы будем вкладывать это в бюджет. Вот. Поэтому будем надеяться, что мы все-таки добьем этот вопрос, будем бороться дальше. То есть, опять-таки, что на уровне муниципи, что на уровне государства, в верхнем уровне, есть две позиции. Позиция критиковать, ничего не делать, и сидеть, поднять руки и просто сидеть в Фейсбуке, не, да, ну, в диванах. В том, что вы не делаете, пытаться что-то не обвиняю, делать. Да, да. То есть пытаться что-то делать. При том, что даже, да, понятно, что у нас обрезаны полномочия и там, и там, и... Но, тем не менее, мы пытаемся что-то делать. И надо продолжать. Только так. Я вот слушаю тебя, ты с таким упоением даже рассказываешь о городских таких проблемах. И пришел мне в голову другой к тебе вопрос. Скажи, а вот как далеко простираются твои личные амбиции? Они заканчиваются вот только на уровне муниципального совета? Либо ты думаешь и о том, чтобы заниматься чем-то другим? Я скажу так. Я никогда не был членом партии коммунистов. Я пришел... Ты так с гордостью так говоришь? Не то чтобы с гордостью, нет. Я к тому, что я не был, я не политик с самой молодости, да? То есть я не переходил с одной партии в другую, да? То есть ты сразу непосредственно пришел я в новую партию социалистов, да? Ну вот сколько, да. То есть в 11 году, да, в 30, получается, 2 года впервые пришел в политику и решил попробовать. Мне, честно говоря, было интересно, как политический процесс проходит изнутри. Но... Опять-таки, вот тогда я уже понимал, и видно было, там, да, вот, буквально за месяц до того, как Игорь Дадон вышел из партии коммунистов, я видел, что, скорее всего, он выйдет. Уже были такие. Мне вот хотелось как раз вот попасть в команду именно его, потому что, да, мне казалось, что это человек. А лично вы были с ним знакомы? Нет, абсолютно нет, абсолютно нет. И как получилось, что я когда вот попал первый раз в 2011 году, буквально через 2 недели, как он вышел из партии коммунистов, по-моему, где-то в середине ноября, я попал в офис Солуции. Я одним из первых увидел Влада Батрынчу, которого, как оказалось, мы с ним были знакомы еще с детства, потому что мы играли в шахматы. У меня первый разряд по шахматам был в детстве. Он, по-моему, был кандидатом в мастера. Я чуть-чуть не дошел до кандидата, я уже как бы забросил к тому моменту. Ну вот получилось вот так, что через 15 лет, или там 15-16 лет, мы с тобой встретились вот так, непонятно и как. И тут вы подумали, это судьба. Нет, ну и мы с Владом поговорили. Влад был одним из тех людей, кто активно работал, ну и до сих пор как бы он отвечает за партийное строительство. Да? И понятно, что это была новая команда, нужно было собирать команду. Вот, и вот... Мне было это интересно. Теперь, что касается амбиций. Я не хочу звучать пафосно, я не хочу какие-то вещи говорить, что да, я хочу изменений, как, ну, стандартные, да, банальные вещи. Ну почему? Но... Не так уж и банально, понимаешь, это нормально, то, что человек хочет расти. Это же вполне понятная вещь. Да, но для меня вот хотелось бы, чтобы вот эти 5 лет, которые я посвятил себя политике, они, в конце концов, привели к результату, в первую очередь, не для меня, а для тех, кто меня окружает, для страны, наверное. Это звучит немножко пафосно, но я вот хотел бы, чтобы вот мой вклад, вот мой скромный вклад в вот эти ряд побед социалистов и мой вклад, который будет, я надеюсь, в победу социалистов на парламентских выборах и приход к власти, чтобы этот приход к власти, в конце концов, мы начали реально и быстрыми темпами изменять дела к лучшему. В том числе и в этом процессе я смогу... Ну, ты ответил так, как человек либо скромный, либо совсем такой нетщеславный. Ну, я не хотел бы сейчас
забегать вперед, я думаю, пока рано. Если получится какие-то интересные проекты, интересное применение моих способностей, талантов, моих амбиций, дай бог. Главное, чтобы это совпало с тем, что как бы, с моими внутренними убеждениями. Вот. Пока, для тебя это самое главное. Я думаю, что да. Идти да, не всегда рука об руку с твоими убеждениями. Я старался всегда оставаться, несмотря на должностей, от каких-то вещей, которых я... Ну, на самом деле, ты прошел вот этот путь, когда партия социалистов, если позволишь, я все-таки скажу и телезрителям, что мы с тобой тогда в парламенте, помнишь, общались? Да, и да. Тогда речь у нас шла исключительно о том, попадут социалисты в парламент или нет. Ну, я скажу помнишь больше. Помнишь тот период, да? Я помню тот период, когда у социалистов был рейтинг 1,2%, и когда мы в очередном опросе увидели 1,4%, 0,2%, оно как-то немножко грело душу. Потом 1,8 еще больше. То есть было то время. Это к тому, что ты через многие вещи на самом деле прошел, и я видела, что ты человек команды. Сочти это за большой комплимент, спасибо. Но тем не менее... Это... Тяжелое. Особенно тяжелое было время после Тимофти, 12 Тимофти, после вот голосования. Это было самое тяжелое время, и приходилось ежедневно доказывать, почему так, почему не иначе, ежедневно доказывать, почему, что мы можем предпринять. И я помню то время, когда у меня каждый день буквально были различные, я начал ходить по стройкам, бороться со строительством, одновременно при этом нужно было какие-то партийные вещи делать, с газетами, с медиа, и был круговорот, и непонятно было, к чему это все выльется. То есть не было тогда, конечно, уверенности. А семья твоя как? Она тебя поддерживает в этом во всем? Да, абсолютно. Абсолютно, потому что в этом семье мне очень повезло, потому что, наверное, любой человек, который каким-то образом связан с политикой и... Все жалуются политики на то, что хватает времени на близких, на жен, на детей. Абсолютно. Это правда. Да, при том, что некоторые, наверное, многие из политиков, наверное, лукавят, потому что политика – это в определенном образом для многих это такой своего рода наркотик. Угу. И где-то мы видим, некоторые уже давно должны были уйти, они все не уходят и не уходят. Вот. Да. Я не могу сказать, что для меня это наркотик, да, в хорошем смысле слова. Иногда какие-то вещи мне доставляют удовольствие, а иногда приходится, конечно, терпеть и понимать, что я должен это делать, несмотря на то, что даже вот семья страдает, какие-то вещи там личные. Ну, что делать, такова жизнь. Но в этом отношении семья молодцы, они полностью меня поддерживают. И бывало так, что во время избирательной кампании детей-то я видел только вот когда они спят. Нет. Ты знаешь, мне кажется, что у нас такой хороший с тобой разговор получился. Я надеюсь, что интересный, не какой-то такой пространный. Я бы не сказала, что ты достаточно конкретно на некоторые вопросы отвечал. Я даже так вот и не рассчитывала, что получу такие конкретные ответы. А получился, на мой взгляд, этот разговор потому, что, наверное, мы друг друга все-таки уже хорошо знаем, да, за это время, и была возможность задавать некоторые вопросы прямо. Знаешь, закончу так. Я желаю тебе удачи во всех тех направлениях, что ты сам для себя выберешь. Ну, почему-то я вот уверена в том, что муниципальный совет – это не та вершина, которую ты покоришь. Поэтому желаю тебе удачи, успехов, наверное, счастья. Приходи спасибо к нам еще, большое. Будем говорить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.